В 20 веке лазера в офтальмологии открыла новую эру в медицине без применения скальпеля и без вскрытия глазного яблока. С тех пор человек приручил лазер и заставил работать на себя, усовершенствуя методику из года в год. Лазерный луч очень деликатно проникает в нужную структуру глаза и работает в предельно обозначенных зонах, которые измеряются микронами, что предотвращает повреждение здоровых окололежащих тканей. Уникальность лазерного луча, компьютерная установка программы, опыт и глаз доктора – вот три основные составляющие успеха лазерной микрооперации. Уважаемые пациенты, пожалуйста, не бойтесь лечения лазерным лучом. Это самая ювелирная и прогрессивная методика в офтальмологии на сегодняшний день. В нашей клинике представлены лазеры самого последнего поколения – зеленого и красного спектра американской компании LightMed. В ходе многолетних исследований в Соединенных Штатах Америки было доказано, что лазерная микрооперация является эффективной и безопасной у пациентов с сахарным диабетом, предотвращая слепоту и осложнения. Мы также успешно применяем лазер у пациентов с первой и второй стадии глаукома, тромбозами вен сетчатки, периферическими дистрофиями сетчатки, макулодистрофиями и другими состояниями. Главное не упустить время и довериться профессионалам.